Ну и следующий вопрос продолжает традиции вопросов. Ваша праведность от чего? От ваших добрых дел или от принятия Господа Иешуа? Естественно, от принятия Господа Иешуа. Но я сужу, принял ли я его, не принял. Потому появились у меня в жизни добрые дела или нет. Если они не появились, то я его не принял. Не надо врать. Бесы веруют и трепещут тоже, но никаких дел у них в жизни нету. Поэтому верующие... Знаете, самый... Я вам скажу, вот тот, кто знает о Боге все, вот единственный один, это сатана. Вот он все знает. Вот он лучший богослов. Он не то слово богослов. Он вообще был там, был здесь, где угодно, разговаривал напрямую. У него интимные отношения с Богом замечательные. Он к нему приходит... Пришли сыны Божии, среди них сатана, а знаешь ли ты, обратил ли ты внимание, давай делай договор, и что? Поэтому мне не надо вот эта вера, от чего, ни от чего. Вера, как бы спасение от веры, которая производит дела. Делов нет, нет никакой веры, не надо мне рассказывать. Там у меня так где-то глубоко, так глубоко. Я вас очень прошу, пожалуйста. Если жизнь твоя не поменялась, нет никакой веры. Если был завистником и остался, ничего не поменялось. Да, лгуном был, остался. Ну что, ну ходишь на собрание? Ну, ходи. Просто лгун, ходящий на собрание. Да, я не знаю. Ну, мокроязычный. С другой стороны, вот Булгаковская, известная мастера Маргарита, когда он хотел в свое время даже назвать, да, Евангелие от сатаны. Вот этот самый взгляд от лучшего богослова, что только можно представить. И когда он показывает Иешуа добрым человеком, делающим добрые вещи каким угодно, но не Господом. Я не думаю, что Булгаков ставил перед собой эти цели. Нет, он самый симпатичный там, по-моему, вообще этот Воланд среди всех, серьезно, среди всех, которые... Ну, это та плеяда была, что у Булгакова, что у Ильфа с Петром, когда у них в их романах вообще ни одного положительного героя не было. Знаете, моральный образ Маргариты и мастера очень серьезные сомнения. И закончили они оба, в общем-то, неважно. Но знаете, когда мастер мне напоминает Давида, когда к нему пришел Нафан и говорит, рассказал ему эту известную притчу про ягненка, там, про кого, и тут, да, кто этот человек. То есть глубина падения Давида состояла в том, что он даже забыл то, что он сделал, то есть его эта притча вообще как бы не коснулась. И когда мастер оказывается в одной больнице с этим, с Иваном Бездомным, психиатрической, и он просит его рассказать о его жизни, и он рассказывает о жизни Маргариты, а потом говорит, Иван спрашивает, а вы были женаты? Он говорит, не помню, кажется, так, как ее звали, Варечка или Машечка, кажется, Варечка. В этой серии. Знаете, вот это вот, поэтому Воланд там, он как бы литературный образ, не более того, но, знаете, вера по делам, не по делам, ну, когда вам постоянно говорят, что тот вопрос, который вы должны себе задавать, ну, вы, учителя ваши, ну, вы начинаете его себе задавать, ну, нету в жизни у нормального человека, да, homo sapiens. Сегодня не homo sovieticus, скажешь. Mm-hmm. Вот нет в жизни у него таких вопросов. Любой нормальный человек, без патологического, знаешь, отклонения, он понимает, что если ты любишь кого-то, ты не можешь не делать для него что-то. И вот это «не делать», оно не является основанием для того, чтобы тебя любили. Но оно является следствием твоей любви к кому-то. А если... не является следствием, то тогда никакой любви нет. Я люблю не объект, я люблю себя. Тогда это опять-таки торговое соглашение. Я как бы сделал, я люблю ты... раков. Или раки любят, чтобы их ели вареными. Ну да, раки очень это любят. Да? И понимание понятия любви. Любовь – это желание сделать для объекта твоей любви что-то. И его лучше, чем они. Я люблю кофе. Ну, что это значит? Ну, вообще, кофе доставляет мне удовольствие. Проблематика современного мира, я думаю, в корне многих проблем в том, что мы любовь – это многозначное слово, и мы его размазываем. Мы любим, я думаю, по колбасу, словам, родину, Бога, жену. Я думаю, по словам «любовь» мы понимаем, что некое удовлетворение своих чувств. Хорошо. Мне хорошо. Вот это мне хорошо. Но это не любовь. Это не совсем любовь. Это, возможно, одно из проявлений любви. Мне хорошо от того, что хорошо тому, кого я люблю, пожалуй. Но мне хорошо от потребления объекта любви. Вот это плохо. Это совсем не любовь.
И мы на самом деле любим все угодно, то, что нам приятно. Эпоха потребления. Пожалуй. Эпоха потребления Иисуса, если хотите. Следующий вопрос такой. Ну, кстати, тот вопрос, я просто его сократил очень, он был очень длинным. Я думаю, что наши телезрители удовлетворились нашим ответом. Следующий вопрос такой. Незнание, для чего был распят Христос, и действительно для чего? Чтобы евреи продолжали надеяться на плоть и на закон Моисеев, а может, на традиции отцов, а может, к благодати прибавить немного и традиционных правил. Но суть вопроса тут и мне непонятна, но я его озвучил как... А я даже не буду на него отвечать. Он бессмысленен. Ну, опять это попытка развести по духовной плоской закон. Вот это вот альтернатива. Или-или-или-или. У меня такое ощущение, что она жизненно необходима христианским учителям, чтобы оправдать само свое наличие как таковое. Ну, нет этого вопроса. Если нет предмета изучения, нет и ставки. И, опять, многие не делают это как бы умышленно, чтобы что-то из этого извлечь. Это какая-то мантра, которая повторяется... И это аристотелевская муха, если хотите. И это на самом деле. Да, ребят, дорогие, ну вы ставите вопросы, которых нету. Ну их нет, этих вопросов. То есть вы, конечно, можете их поставить, тогда вам придется на них отвечать. Но их не существует ни в реальном иудаизме, ни в современном иудаизме, ни в иудаизме раввинистическом, ни в иудаизме фарисейском, ни в иудаизме саддукейском, ни в иудаизме библейском, если так хотите. Ну их никогда не было. Вы, конечно, вправе говорить о чем угодно, но зачем? Ну, это как было популярно в духовной литературе ранее. Сам себе задал вопрос, сам себе на него и ответил. Сам шутю, сам смеюсь. Да. Такой вопрос. Имейте веру Божью, а какова она? Ну, дальше, очевидно, человек не понял суть самой оригинальной цитаты, и он вот так спрашивает. И во что верит Бог? Ни во что. Богу не надо верить. Бог не верит, не знает... не понимает, не разбирается, не рассуждает, не кается, не радуется, не огорчается. Бог? Бог – это Бог. Понимаете, а все, что вы говорите, во что верит Бог? Ну, ни во что, конечно. Как ему верить? У него нету. Бог есть внутренняя необходимость существование вообще всего этого мира. Вот внутренняя необходимость существования сама в себе. И не надо ни во что верить, и не надо ни на что надеяться. Для чего Бог создал человека? Ну, скучно ему было. Я когда-то слушал радостное и безумное объяснение Троицы, как необходимость общения. Вот Богу скучно было. Вот он... человека создал себе на свою голову, да, а потом сказал сам себе, отошлю-ка я самого себя в виде сына самого себя, чтобы потом пришел Рав Менахем, а Менахем это утешитель, то есть это Духа Святого же Менахем зовут, да? Святой Дух Менахем женского рода. Вот я пошлю, чтобы им не скучать. Вот мне не скучно, и чтобы им было не скучно. Пусть не скучают. То есть как бы так на троих разделить. Ну, я не хочу вульгаризировать это все, но ну, честное слово, ну во что верит Бог? Лакбар, что ты могу сказать? Ну, теперь наша аудитория расширилась после этой фразы. Вопросы о служении тоже есть. Я лично не знаю этих товарищей, но для телезрителей, наверное, важно. Хотелось бы узнать лично ваше отношение к служениям неких Джима Стейли и Ральфа Мессера. Well, это известное служение, которое сейчас есть, которое проповедует теорию одного народа и одного закона, которое утверждает, что основная фишка. Сейнли сидит в тюрьме, кстати, сейчас за растрату, ну, хотя он утверждает, что нет, а Ральф Мессер, он продолжает его дело. Есть такие христиане, которые говорят, что... Иудеи говорят, что... мессианские, некоторые, что закон надо соблюдать евреям, верующим в Иисуса. Христиане веры евангельской утверждают, что закон никому не надо соблюдать. Ни евреям, ни неевреям, верующим в Иисуса. А вот стрелы Ефраима
утверждают, что закон должны соблюдать и евреи, и не евреи. Три точки зрения. Как я к этому отношусь? Это не то, что делает их верующими или неверующими. Ну, это еще одна муха или фишка. Ну, как я к этому отношусь? Я вот не верю, что язычники должны соблюдать закон. Как я отношусь к ним, как к братьям и сестрам. Ну, одни, ну, одни более того. И я могу, конечно, сейчас рассказывать, почему это евреи должны, евреи не должны, но совсем другая большая, огромная тема, даже нет смысла касаться. Но для меня они никакие не там не еретики или не еретики еще. Ну, люди думают так себе. Ну и слава Богу. Ну, а вот сейчас обилие, когда пошло таких всевозможных течений, учений, личностей ярких, которые там проповедуют то или иное, где грань, после которой мы уже не назовем их братьями? Например, вот есть сейчас популярные учения там, процветание, те же, где там квартиры продают. Я не лезу в его душу, да нет, ну, смотрите. Там деньги собирают. Смотрите, есть бизнес христианский, как бы само собой. Никто его не отменял, он всегда был. По-моему, все из книги «Деяния апостолов». А, ну, как я к этому отношусь? Ну, отвратительно к этому. Но братья нам эти проповедники или нет? Я не знаю, смотрите, я не знаю. Я же, если я верю, что Евангелие процветания – это дела, а не истина Божия, тогда спасение по делам. Я не знаю, что у него в сердце происходит. Никто никогда… Видите, Писание никогда не говорит, что у нас есть критерии для того, чтобы мы говорили, что этот человек… отлучен от Господа Иисуса Христа. От Ишуа Машиаха. Это не критерий. Могу ли я его отлучить от своей церкви? Все непременно отлучу. Но не потому, что он не имеет спасения или не имеет спасения. Павел пишет Коринфянам, называя их братьями, а там кто-то живет с женой отца. И вся церковь одобряет. Галаты верили вообще непонятно во что. Он их называет очень нелицеприятными словами. Но он их называет братьями. Это не наша функция. Мы не решаем, кто там будет с ним, кто там не будет с ним. Мы имеем право оградить свою церковь поместную. И общение от... Потому что вот такого рода разногласия ни к добру не приводят. И внешние судят. Причем, ну, я не строю на чужом основании. Да? Значит, каждый имеет право прийти в мою церковь и уйти от нее. Я имею право как бы пригласить и попросить из нее. Имею полное право. Да? Потому что я же не взял там, кого-то. То есть речь идет исключительно о поместной общине. О поместной общине. Если у меня не совпадает с ним, ради Бога, я не готов. Общин много, пожалуйста. Я не готов обсуждать, вот, каким образом. Это. Для меня очень простые критерии. Они относятся к закону морально-нравственному. Вот, so what? То есть украл, выпил, в тюрьму. Вот очень просто. Сблудил. Покаялся, прощен. Сблудил, поддерживаешь точку зрения, до свидания. И это вот, вот это критерий. А чисто умозрительные какие-то вещи, знаете, я вот не лажу. Следующий вопрос тоже о популярном учении ныне. В свете популярности каббалистики, как относиться к книге Зор и вообще апокрифическим таким каким-то трудам? Ну, Зор не относится к апокрифам, но в широком смысле слова она не каноническая, не неканоническая. Зор, книга, написанная Моше бен Леоном в конце 13 века и атрибутируемая Бар-Яхаю. На самом деле, очень интересная книга. Ну, как и много книг. Мы с вами говорили о «Мастере и Маргарите». Да, весело почитать. Чем вообще фантастику? Нет, я очень люблю Зор. Если вы были в моем описании, у меня тут стоит два издания Зора в полном виде. Очень люблю эту книгу. Каббала, Зор, я знаю, это звучит как красная тряпка. Ну, да, что-то молока. Такое, экспанс. Но, по сути своей, это мистические толкования книг Торы, и не более того. Тебе можно соглашаться, можно не соглашаться. Книга Иезекииля тоже мистическая книга, куски Даниила, вся Откровение. Да. Ну, это рассуждение евреев, одна еврея одного, о том, каким образом понять сущность Бога. То, чем мы с вами занимаемся, как совместить имманентность и трансцендентность, учение о сферот, о, собственно, вот этом вот мосте, или мосту, как сказать, который перекинут между взаимосвязи, непониманием Господа Бога, его отстраненностью, с его вовлеченностью. Ну вот это еще одна
попытки. Очень интересные высказывания, странные высказывания. Ну, книга и книга. Это же, знаете, как сразу в уме ортодоксального христианина, я не имею в виду православного, сразу вообще там чернокнижничество, колдовство, никакого отношения к Зоро, это вообще никакого отношения к Зоро не имеет. Да? То, что есть различного рода манипуляторы от этого, ну так, я прошу прощения, без называния имен христианства, есть проповедники, которые надувают Святым Духом пиджаки и пускают по стенам, по сцене, ну так. Ну, воду заряжают там где-то. Ну, или воду, ну, качу. Так что, ну, всякие есть мусор везде. Ну, относиться просто как к книге, да, то есть... Ну, да, как. Все полезно. Нет, почитать. Ну, как? Ну, смотрите, ну, ладно, я читаю, мало ли что я читаю. В конце концов, Платона-то читаем, Сократа читаем. Читаем, да, Дарвина читаем, а не имеем права не читать, со школы выгонят, ну и да, что? Хорошо, двигаемся дальше. Люди задают... Апокрифическое происхождение видов, да. Апокриф. Ну, апокриф. Двойка, школу выгнали, все, родительство, право родителей отобрали. Детей не пускают в школу. Все, до свидания, ребенка в интернат. Вперед. Пусть там учат, а там уж ему рассказывают. А вперед, пожалуйста. Все это как бы так легко. А как, кстати, вот как относиться к ювенальной юстиции, которая здесь у нас в Израиле сильна? Что вот... Смотрите, я думаю, это тоже раздутый вопрос. Все, будьте мудрыми, говорит Писание. Никто вас не таскает, ничего, все должно... Все можно делать в меру. Если вы, например, исторически начинаете наказывать своих детей, то пусть лучше у вас их заберут. Я серьезно говорю. Потому как вы не умеете распоряжаться с самым главным, что вам дал Господь Бог. Ну, это мое мнение. Вопрос по литургии служения. В чем отличие... прошу прощения. Вот, причащение, Евхаристия, вином или соком. Ответьте, пожалуйста, а то спорим. Ну, спорить как бы хорошо. Вином, соком, это как крещение в ранней церкви сначала осуществлялось полной моделью, потом спрыскиванием, а потом даже песком, если не было воды. Это есть символ, в хорошем смысле слова, то, о чем мы делаем в Евхаристии. Понятно, что в первые времена апостольские этого вообще не было. Была обыкновенная трапеза. Обыкновенная трапеза. То есть я говорю, подчеркиваю, обыкновенная. Которых было 3-4 раз в день. Каждый раз, когда собираетесь во имя Мое, сие творите в Мое воспоминание. То есть каждый раз, когда вы едите этот хлеб, каждый раз. То есть не один раз в день. Естественно, не такой малюсенький кусочек с руками вот так вот. Это то, что делает трапеза любви, когда она посвящается Господу Богу. То есть в семье верующих это всегда происходит. То есть Евхаристия в семье верующих зависит от вашего склада 3-4-5 раз в день. Сколько едите, вот столько и Евхаристия. И никакого преосуществления? Нету преосуществления, нету никакого... Знаете, Цвингли обвинял Кальвина в том, что Кальвин каннибал. И Лютера, потому как они типа жуют Иисуса Христа. Ну, католическая церковь – это католическая церковь. Евангельское или лютеранское богословие, оно на самом деле по своей сути реформированный католицизм. Католицизмом остался. И остался католицизм, потому что в вопросах мессы они не поменялись. Только разница в католицизме говорится, что во время всей мессы это уже тело Христово, а в лютеранстве – в момент тогда, когда вы пьете, когда вы едите, вот оно превращается. Да, оно, по сути... Корпус, когда там... Вот, ну, смотрите, в иудаизме... И, кстати, отсюда вот фишка, когда благословляется вино и хлеб. Чего в иудаизме никогда нет. И взял, благословил. Благословил Бога. Нельзя благословлять неживое. И, естественно, когда вы вот таким вот образом... даете вот этим всем вещественным началом некие духовные черты, то тогда вы, естественно, впадаете в мистицизм и язычество, когда вы наделяете хлеб или вино какими-то специфическими качествами, чего нету. Поэтому вино ли, сок ли, написано плод виноградной лозы, это может быть вино и сок в равной степени. Но даже если нету вина или сока, это тоже не принципиально, потому что это было символы всегда
Знаете, в рефе есть очень много благословений. Например, если есть хлеб, он говорят, «Бухатадана рагену вера харама целеха минарец». Если нету хлеба, говорят, «Шахолия бедваро», да будет во всем его слово, или, например, там на виды каких-то трав, но это ничего не меняет. Суть в том, что благословляется Господа Бога. Мы, как уверовавшие в Иисуса, понимаем, что Иисус стал в центре. Поэтому, когда мы едим этот хлеб насущный, да, хлеб наш насущный, или хукатый, хуки, да, подавай нам на каждый день, ты подавай нам на каждый день, Господь Бог, мы делаем это во имя, памятуя о жертве Иисуса. То есть просто из еврейского благословения Господа Бога за то, что Он поддерживает нашу жизнь, мы благодарим Его, имея в виду, что за нас умер Иисус. Вот, вот что такое Евхаристия. Вино ли, сок ли, вода ли? Ну и, соответственно, дальше вопрос об этом же, с какого возраста можно допускать до Евхаристии? С любого. Смотрите, если человек неверующий, и он ест хлеб Евхаристии, в церкви это не Евхаристия, это то, что сделали. Когда послание к Римлянам говорится, что вы едите хлеб так, как будто у вас нету дома кушать, то понятно, что с этого нельзя наесться, с этого кусочка мацы. Это имелось в виду полноценная трапеза. Если человек верующий, окей, то он это делает во имя Иисуса. Если человек неверующий, для него это обыкновенная еда. Ну, мы всегда будем кормить неверующих. Ничего себе. То же самое, можно ли неверующего человека допускать до крещения? Ну, я же не знаю, верующий он или нет. Но он исповедует своими устами эту историю. Отвечает перед Господом. Я, конечно, имею обязанность наблюдать за его жизнью, поэтому я не буду крестить тот же самый день. Хотя во времена апостолов это делалось. Но что произойдет, если он зашел в воду? Ну, зашел сухой язычник, вышел мокрый язычник. Он же не стал, это же не было крещением. То есть то же самое и здесь. Ну, если ты не был верующим, ты поел. Ну, моя обязанность накормить голодного. Покушал, да. Ну, покушал и покушал. Даже не Евхаристия. Это для меня Евхаристия. А для него это, ну, еда. Ну, поел. Ну, было бы странно вообще представить себе картину, что вот апостолы сидят за ужином, кушают, тут к ним заглядывает какой-то только пришедший, они говорят, нет, дружок, ты подожди там, вот мы сейчас доедим нашу Евхаристию. Да, а тогда мы уже с тобой пообщаемся. Нет, нет. А в Мегидо есть далеко от Армагеддона, Армагеддо. Они открыли, откопали одну из самых древних церквей в мире. Одна из древних, самых древних церквей в мире. Там сейчас тюрьма. И когда ее открыли, там алтарь. 3 или 4 века церкви. Вот наши слушатели или зрители удивятся, но алтарь сделан в виде обеденного стола. То есть это было просто, где люди сидели и ели. Ели вот, вот. Понимаете, это обеденный стол. Обеденный стол, за которым ели еду, много еды. И это была Евхаристия. Как часто ее делать? 3 раза в день, 5 раз в день. Пока кушать хочется. Или есть традиции современных христианских, как раз в неделю, каждую неделю. Кстати, в Иерусалиме вот есть тут, я, например, хожу в общину, которая в субботу, этот раз в неделю. Если кто-то делает раз в месяц, первое воскресенье месяца или первую субботу месяца. Если кто-то делает раз в год, только на Пасху, говорят, имеется в виду. Эти все красивые традиции, хорошие или плохие, не мне решать. Если вы спросите, что было тогда, по моему убеждению, это то, что вот тогда было. Трапеза и благодарность Богу за то, что мы имеем вот жизнь в теле. Напоминаем, что у нас в гостях, вернее, мы были в гостях у Михаэля Цина в Иерусалиме. Спасибо большое, Михаил, что согласились ответить на вопросы наших телезрителей. Я думаю, получилась очень приятная дискуссия. Спасибо за эту возможность. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам.